Всем пламенный аннёсио! Сегодня мы собрались посмотреть новый клип группы, который на внезапность. У нас больше всего, по-моему, каверов на канале, чем на другие группы, хотя мы даже не каждый камбэк ставим. Давно не ставили. Но сегодня мы смотрим Stray Kids! У нас есть энное количество стей. Особенно очень стоит. Фан-факт. Почти каждый из нас попробовал разные партии. Даже Алина, которая всегда стоит за Хёнджина, когда-то стояла не за Хёнджином. А я... Когда? А когда тебя попросили помочь, ты танцевала. С нашими друзьями Алина танцевала за Минху, а не за Хёнджина. А я никогда не танцевала ни за кого другого. Только за Чанбин. Только за него. Банки. Да? Да. Да. Ну, а остальных как-то побольше с партиями, по-моему, разноброс такой был. Вот. Это так, фэн-фэкт. И мы... Все, мы готовы. Смотрим. Важно. Страшно? Да ладно, все, поехали. Я уже чувствую Чарли здесь, вот в этих вайбах. Это Чанбин? Это Чанбин? Нет, Ван Чан. Это Ван Чан! Чистенько переоделся, молодец. А, в чужое чистенько! Угу, подрос малыш. Ёлка-палка! Ну, они... Все малыши подросли. Мы тоже в синеньком. Это, кстати, такая песня. Чанбин! Он на мотоцикле. Пошел. О! Он Алекса. Быканул. Вот такая... Спасибо ТикТоку, что есть уже это коряга. Походу. Какой костюм? Вот это я понимаю, кофточка. Салют смотрит, как на девятое. Совсем не вижу. Песню написал, где? Я тоже его жду, кстати. Блин. Ой, ну это вот для Хёнджина вообще типичная вот эта штука, мне кажется. Ребята, захлебнулся, ши. Как красиво. Короче, мокрая летняя такая. Да, ну она прям... Она американская, да, ну да, по ней слышно. Тут Чарли прям чувствуется. Господи, как красиво. У Феликс вообще провинциальный. Да. Чанбин и Феликс с манги сбежали вообще все всегда. Ой, ты станишки замочил. Еще и белый. Концепт русалочки говорили. Ой. Полностью синие стрейкицы, они просто кайф. Ой. Ты плачешь, плачешь? Нет, еще плачу. Да. Плачь, да. Да, по нам можно было заметить, кто прям у нас супер стей. Но давайте, говорите, что скажете. Мне надо перешло сказать. Тебе надо... Я все поняла. Ну, я посмотрю еще раз стол вот так. Нет, ну вообще, мне очень понравилась песня. Она такая прям... Реально, вот... Вот такая именно. Ну да, вот. Да, именно. Это уже полчища Картманов сейчас сидит. Мне кажется, это такой концепт американский у них впервые, нет? Или было что-то подобное? Нет, у них полностью американского трека ни разу не было. Вот. Заметили, полностью на английском было. То есть ждем мировой уровень, короче. Слышно, какой-то камер на песню еще делаем, да? Да, это у нас пусть самая первая, кто ее запишет. Нет, я прям представляю, еду на самокате.
да, у меня да, волосы, блин, только он на мотоцикле, а ты на самокате. Да, у меня волосы развиваются. И, чем Дин рядом едет. Ну, I lose my breath, потому что я каждый раз останавливаюсь, куча народа, я останавливаюсь. Сюда. А вот поэтому lose my breath. Не, ну песня прям такая. Мне очень понравилась. Несмотря на то, что я люблю более такие какие-то, ну, тоже, ну как концепты, типа... Активные, агрессивные. Да, 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 да. Ну вот это, оно такое слабенькое, но мне прикольно. Ну, типа так, чисто на чили сесть, на расслабоне. Да, реально на самокате кататься. Вечер, причем вечером, летом так послушать. Да, 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 тёплый такой воздух. Точно, в светофор. Вечером на самокате. Что вы скажете? Хорошо. Алсо. Алсо. Все нормально? Нормально? Слов нет, есть одни песни. I lose my breath. Нет, очень красиво и... Короче, мы сейчас будем повторяться и говорить одно и то же. По факту нам все понравилось, все очень классно, здорово. Мы желаем, чтобы эта песня вошла во все чарты, порвала просто весь мир. Дейбак. Вот. И... Мы в лице меня очень надеемся, что мы скоро поставим какой-нибудь кавер на стрелке. Да. Всем спасибо, смотрите, ставьте лайки, оставляйте комментарии, как вам понравился этот тип или нет. Ну и мы вас всех любим. Что ты меня бьешь? Это в конце надо оставить.